Всем здравствуйте, это веб-снифер. Перехватывает запросы как GET, так и пост-запросы к любому сайту. Сейчас покажу, как его установить и как им пользоваться. Я его заранее установил, просто кликайте на него, и он запускается. Видите, вот эта синенькая табличка означает то, что он активен сейчас. Давайте посмотрим, как он работает на примере вот даже вот этого вот сервиса. Просто перезагружаем его. И здесь уже видим все перехваченные запросы. Пока он, видите, не закончит, вот все, сейчас последние несколько запросов. И вот, как можете видеть, где-то пост запросы, как я говорил, перехватывает. Также можно их подробно рассмотреть вот здесь, посмотреть. И кликнув также вот сюда, можно посмотреть, что это за запрос. Также можно одним кликом перейти на этот сайт. Вот видите, ой, перейти на запрос, вот что это за запрос, можно посмотреть. Также с любым можно это сделать запросом, переходить. И также 45, общее количество всех вот этих строк, 45. Вот здесь можно их пересчитать вручную или довериться вот этому счетчику. Также есть настройки, что вы хотите здесь оставить, что не хотите. Также можно нажать очистить. Или также можно вот сюда нажать опять обновить. И вот, как вы можете видеть, две строки, вот они, которые были, сюда перенеслись. Также давайте посмотрим. Так, сейчас он обновится, немножечко прогрузится. Так, уберем, пожалуй, вот это вот. Так. Вот URL. URL это куда запрос идет. Так, это... Какой метод, get или post, это 200, означает то, что все хорошо, и если 301 переадресация, и 51, если сервер не отвечает, системные ошибки, что-то такое там. Так, ну вот как-то так, вот, в принципе, можно использовать для каких-то вот разработок, можно роботам что-нибудь там прикручивать, вот, например, вот это вот к ВК, вот сейчас, видите, запрос ушел. Давайте посмотрим, что это за ваш запрос. Вот, как можете видеть, вот это вот запрос от ID ушел к ВК. Видите, постоянно ведет слежка по разным сетям. Вот наглядный пример. Ну, пользуйтесь. Всем удачи и пока.